Интересно, какими мы кажемся с самолета, Скип? Как два муравьи. Как? Гидами. Показали парк. Мы... Что ты будешь лучшим экскурсоводом? Это будет круто. Это французский. Не надо. Тогда... Я ничего не шпрехен. И не надо. Пап сказал, что... Он шутит, Саня. Что это значит? Ты говоришь по-испански? А ты? Верю на слово. Ух ты, Клэнси, где ты училась? У меня был испанский учитель музыки. А это что значит? Не знаю, у меня же не было испанского учителя музыки. Жаль, что я буду занят. Хотелось бы посмотреть. Вижу, что ты безутешен. А это Джерри. Не скучай, Джерри. Ты тоже. Увидимся позже. Спроси ее имя. По-моему, это не имя Санни. Кажется, он сказал, что не понимает тебя. Я же говорила, у вас впереди долгий. Теперь дело за тобой и Скиппи. Да, я свое отработал. Конечно, так трудно покатать их на катере. Да у меня в ушах до сих пор звон от их гвалта. Мы приедем за вами часа через три. Ладно. Позаботься о них. Хорошо. Скиппи гораздо их видит. Ладно. Дети его спрашивают, а он не представляет о чем. А ты, конечно, все понимаешь. Пара слов там и тут достаточно, чтобы представить в общем. Ты всегда даешь детям хлеб с вареньем, когда они спрашивают, где туалет. Так вот чего они хотели. Не волнуйтесь, с ними Скип. Да не волк это. Нет здесь волков. Это динго. Я же говорю, дикая собака. Боишься? Видите? Они не уйдут, пока вы не прекратите бояться. С вами ничего не случится. Что же делать? Ладно, не хотите идти со мной? Оставайтесь. Скиппи! Скиппи! Скиппи!